800 участников соревнуются на региональном чемпионате WorldSkills в Казани. Сегодня стартовал основной этап. Напомним, в прошлом году татарстанская сборная заняла второе место в российском чемпионате WorldSkills. Казанские семьи с детьми-инвалидами могут освободить от налога на имущество. С такой инициативой сегодня выступил первый заместитель руководителя исполкома Казани. Он попросил мэра города вынести вопрос на рассмотрение Казгордумы. До 8 градусов мороза сегодня прогнозируют синоптики в некоторых районах Татарстана. На дорогах туман и гололедица. Автоинспекторы просят автолюбителей без крайней необходимости не выезжать за пределы города.